Что ты там делаешь? Что, не видно? Цветы поливаю. А что, у тебя нет специальной поливалки? Какой? А вот какой. Ну что, ребята, погнали! А что вы сидите? Пошли смотреть соревнования по бегу. А ну вас! У меня тут огород не напоенный. Так, я вроде лидирую. Так, еще чуть-чуть, я догоню. А, Вася, обгоняю. Есть, давай еще приезжать и скоро финиш. Есть, наконец-то я победил. А на веселые горки пойдешь смотреть? А что я там веселого не видел? Как что? Вот. Первым подъезжает Антон. Поприветствуем Антона. Вторым маленький Сережка и дед Савка. Савка, тормози! Черт, забыл. Кстати, сегодня на канале о питомцах вышло видео о том, как я запускала собаку в ванну, в которой 100 мячиков. Реакция собаки и что будет, обязательно смотрите. Ссылка на мой канал о питомцах в описании под этим видео. Катаны, новость! Хозяин сам решил покрасить свою машину. Ну и что тут такого? А то, что он покрасит ее в белый цвет. А что, в белый не в моде? Да нет. Проблема в том, что как он ее красит? Что он делает, Люся? Это полный яд! А я крашу машину. Белый цвет я покрашу. Идиот, что ты делаешь с машиной? А вот пускай все завидуют соседи. Катаны, срочно вызывайте скорую с дядей Петей. Там плохо с дядей Петей. Чё там с ним стало? Опять что ли? Ага, опять он пересмотрел все гонки на мотоциклах и думает, что я тоже таки крутой, как все. Наша хозяйка не одела сегодня очки. Ну как не одела, она всегда одевает очки. Не одела, вот как. Где же ты очки забыла? А ладно, фиг с этими очками. Мишары, катись! Ой, попала я или не попала, а? Попала ты на бабки. Теперь новый телек надо откупать. Это вы все расселись, не идете болеть за нашего хозяина. Он бы соревнования по велоспорту почти выиграл 2-е место. Хозяин! Где наш хозяин? А вон ей! Хозяин! Я выиграл! Ага. Внимание, опасность. Внимание, опасность. Ну что ты там заладил? Ну какая опасность? За окном дождь, осень, и они лужи. И что, лужи опасны? Да не смеши ты нас, ребят. Они опасны, они наблюдают за нами и ждут нас, и тогда они... Советую, когда вы увидите опасность, делайте как я, танцуйте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, раз, два, три, Вот, цветы полил, можно и отдыхать. Ну все, ребята, всем пока.